Ну что ж, нежданно-негаданно решили поехать на КОП. Заправляемся и в путь к океану. Посмотрим, чем нас порадует пляж в этот раз. Ну вот мы и на месте. Приехали. Температура сегодня хорошая, 22. Но испанцы уже вон курточки одели. Для них это прохлада. Ну вот он и пляжик. Сегодня приехали поздноватенько. До полного отлива осталось всего лишь час. То есть покопать будет очень мало времени. Ну вот вы видите, где была вода, где сухой песок. Посмотрим, что на этот раз пляж нам подарит. Вот какой спокойный сегодня океан. Даже не верится. Смотрите, как озеро. Волны почти нет. Вообще супер. Так, погодка хорошая. Народу сегодня много. Так что не то, что поснимать сигнальчики, а и покопать спокойно не дают. То и дело подходят, спрашивают. В общем, придется опять разбор полетов делать потом, после выезда. После приезда домой, то есть. Ну вот и первый старинный перстенек попал. Вот в такой ямке. Снимаю, пока народу вокруг нет, потому что вообще-то народу очень много сегодня. И купаются, и просто отдыхают. Ну вот такой перстенек интересный попал. Посмотрим дома потом, помоем, что это такое. Водичка чистенькая, приятная. Да, какой-то неудачный сегодня коп у нас. Кучу ямок накопали, сплошные еврики, беседки и всякий-всякий мусор. Надеюсь, на следующий раз нам повезет. Но сейчас... Ну вот, ребятки, покопали мы час с небольшим. Не было смысла оставаться дольше. Пляж замытый. Ну вот, смотрите, что мы нырыли. Евриков немного, мы особо по ним и не ходили. Это надо было чуть выше от отлива подниматься. Вот какие-то часы разбитые попались. Остатки от них. Пуговички, беседки. Мусор. Гильзочка какая-то. Ну вот, единственное, что порадовало, это вот такой серебряный перстень. Толстенький, тяжеленький. Еще вот не дочистила до конца. С какими-то инициалами тут. Ну, вот такой перстенек. Сначала думала медный, начала чистить, оказалось серебро. Хорошая находочка. Мы будем ждать, пока отмоет пляжи.